Итак, всем привет, с вами Стал. Сегодня мы продолжаем проходить Ведьмачеллу с новой главы. Серия начинается с новой главы, прямо с начала новой главы. Так, хорошо так. Изучаем книжечку, читаем книжечку, обучаем книжечку, смотрим книжечку и убираем. А, ну да, конечно, да, конечно, я никуда ее не уберу, потому что я не могу никуда это складывать, кроме хранилища в этой, как его зовут-то? В таверне. А здесь есть хранилище? Может, хранилище тут есть, бесплатное такое, никому не нужное. Да я сейчас буду... Я сейчас книги начитаю просто. Так. Еще книжечка. Все. Нет? Ну и ладно. Что, подожди, я какое-то колечко нашел. Золотое кольцо. Ценный предмет, можно продать. Это сапфир. А что лучше, сапфир? А, печать мне не нужна, я ее просто оставлю в хранилище, так что пусть будет золотое. Хотя, не, пусть будет, на всякий пожарный случай. Вдруг здесь какой-то великий огонь нужен будет. Нужна печать великого огня. Купеческий квартал. Подожди, я в него не мог проходить, кстати. А теперь у меня открыта вся, можно сказать, визию. Эй, ты! Стой! Кто идет? Да. Предъяви документ! И зачем же нужно столько пропусков? Можешь пожаловаться королю! Король возвратился? Нет, но все новые эдикты скреплены королевской печатью. Можешь идти, ведьмак. Прощай. Клянусь честью! Да, а можно я выйду из этого космического квартала? Травница, таверна на новый... Нет, я просто пере... А вот, храмовый квартал, подожди. То есть я на болото могу еще топиться, да? С таким вооружением я бы держалась подальше от стражников. Место потеряло свое очарование. Ну, если ты намекаешь на то, что оно плохое, я не отрицаю, но я с ними смогу справиться. С таким вооружением я бы держалась подальше от стражников. Ладно. Что привело Хорошо. Тебя сюда? Говори, нет, что хочешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Он самый. Понятия не имею, как тебе удалось обойти карантин и добиться официальной поддержки. Должен напомнить тебе, что в Изиме действуют законы военного времени. Я буду им подчиняться. Уж постарайся. Предатели трех лилий долго не живут. А. Я ищу... Я офицер высокого ранга. Но... Не сходи с ума. Убирайся отсюда, пока тебя не арестовали. Мы следим за порядком. Мы следи... А, ну да, конечно, нужно обязательно со мной поговорить. У нас сначала нет времени на пустую. А уже... Здесь нельзя слоняться. Да, понимаю. Вам все равно сначала поговорить со мной, а потом уже... Хорошо. Я запомню. Я все-таки для обычных стражников важнее, значит. Геральт важнее. Ну, привет. Привет. Есть еще... Я больше этим не занимаюсь. Обратись к главному королевскому ловчему. Ты найдешь его на холме у нового Наракорта в купеческом квартале Изимы. До встречи. Так, все, мне, надеюсь, забрали задание подозреваемых. Так, я рад. Я очень, если честно, этому рад, что у меня забрали. Ну, блин, ну зачем? Кости, контракт на Алькули. Вот где мне их взять, я вообще не представляю. Так. О, да ты ж, блин. Ведьмачьи секреты. Азар Евет. Так, это у нас основное задание. А и стоп, что это у нас? А, мне нужно... А, нет, подожди, вот это основное задание, а другое? Да. Вмешательство в политику, но кажется, что в Изиме это невозможно. Хорошо. Я должен достать до могильщика 6 горшков собачьего...
Я же могу теперь, по идее, в эту и ходить на кладбище, да? А, да, кстати. Она же... Угу. Мне же это три сдала... Этот... Как пропуск же вот этот... Неизведанный, непонятный пропуск, который мне не нужен, но он нужен, всем. Да. Да. Он не нужен никому, но нужен всем. Ну, почти. Ну хотя бы на кладбище теперь у нас могу спокойно ходить. Так, где у нас там кладбище? Надо было выдать ему расписку. Кстати, а что у меня задание? Ты сейчас. Ладно. Ладно, давайте еще раз. Почему таинственная башня, во-первых, осталась, во-вторых, не выполнилась? И дом занят, да, уже? Сколько же еще? Хорошо, я запомнил. Калькенштайн. Не, хотя мне просто войти в башню, так что без разницы. О, если бы я не поссорился... А, да я бы в любом случае с ним поссорился, так как мне Реймонд, вот этот детектив, уже все, там уже был не он, а Езаром Еведом. Который меня чуть не убил, и у меня забрали все, да? Мне забрали то, что я подобрал, вроде бы, да? Какую-то книжку, да? Так, кашеньку. А я могу? Нет, я хотел, да? Но не получилось. Что? Так, у меня что-то магический сенсор. Три магических сенсора, какой-то пропуск. Ладно, давай дальше. Так, едем на болото. Проклятие, в горле пересохло. Не, ну ладно. Что я должен купить? Я ему не мешал, надеюсь. Так, где у нас паромщик? Ладно. Привет. Давай. Перевези. Время. А скидочку не? Ой, скидочку хотя бы... Готов! Конечно, ага, готов. Плывем. Пропускаем и плывем дальше. Черный экран смерти? Нет, нормально. Есть синий, а есть черный экран смерти. Черный экран смерти обычно встречается в игре. Кто хочет переправиться? Так, я... Ну ладно. Кто? Новый клиент? Я... Мне пришлось сюда прийти. Я заняла деньги, мне нужно скрыться. А в чем дело? Вижу что-то серьезное. Я не могу тебе сказать. Слушай, я не буду выпытывать, но вижу, что ты несчастна и напугана. Возможно, я смогу тебе помочь, но только если ты расскажешь мне, в чем дело. Есть один мужчина, важный человек. Для меня он тоже важен. Он болен, и я должна ему помочь, пока еще не слишком поздно. Он оборотень, и я не хочу, чтобы его убили. Не волнуйся, оборотню убить не так легко. И несмотря на распространенное мнение, ведьмаки далеко не всегда убивают монстров. Когда есть возможность, мы снимаем проклятие. Что ты планировала делать, чтобы спасти своего друга? Толстая Софи сказала мне, что друиды много знают о таких вещах. Я пришла с золотом, чтобы купить у них лекарства. Да, это правда. Друиды могут что-нибудь подсказать. Ведьмак. Так, что там? Юная барышня для... Так, хорошо, так, тебя убьют значительно раньше, чем ты найдешь. А ты не боишься? Я спрошу друидов, есть ли у них такое средство. Юной барышне вроде тебя слишком опасно находиться на болотах. Я спрошу друидов, есть ли у них средство, которое поможет тебе. Спасибо, ведьмак. Я буду ждать тебя дома. Здание напротив таверны в трущобах. Мне интересно. Ага. Как его там, хотел сказать что-то, а уже забыл. А, нет, не забыл. Забыл. Да, я забыл. Что-то хотел.
важно, интересно и очень-очень-очень заманчивое предложение какое-то. Ну ладно, вспомните. Ну, во-первых, давайте зайдем в эту. Так, стоп. Мне это не нравится, если честно. Я увидел то же, чего не должен был видеть, мне кажется. Так, по денежкам у меня 3200. Скоро смогу это спокойно, блядь. Так. Фу ты, блин. Не пугайте так, окей. Так. А, что, дебри исчезли, что ли, все? Или нет? Надеюсь, да. А, электричество. Так. Нет, они не исчезли, придется опять-таки. Так. Надеюсь, вот эти четырехногие не прыгают далеко, чтобы меня было легко догнать. Что это за пауки? На хедкраба похоже. Кимора болото, понял? Не-не-не-не-не, давайте без этого. Я вам ничего плохого не сделал. Что за мутанты, а? Почему здесь так много больших, очень больших кикимора воинов? Да хватит, хватит. Хорошо. Может, удачи? Она еще травит. Почему какие-то разработчики не начинают создавать, когда я ничего такого не делаю? Не, кто-то интересный. Давай без этого. Давай, дружище, давай без... Ё, чё так больно? Давай дружить дружно, без всяких рукоприкладств. Теперь и пиявки могут вырываться. А! Вступились, всё хорошо. Теперь точно этим можно будет пользоваться очень-очень-очень часто. Потому что... Это неприятно, когда за тобой ходят. У меня уже половина хп нет, я даже не... Ну, то есть, подрался, у меня было больше половины, теперь тут меньше половины. Ну, ладно. Что я тут хочу? А, привет. Приветствую, ведьмак! Привет. Привет, Калькштейн, как дела? Что ты делаешь в этой башне? Наконец-то! Я столько ждал этого дня! Калькштейн... Величайшее открытие в моей жизни! Ведьмак, я должен подготовиться, так что сам понимаешь. Знай, я у тебя в неоплатном долгу. Ты заслужил свою награду. И чё? А это не нравится. В этом штуке уже что-то еще осталось, серьезно. Да? Ну, теперь у нас хотя бы с тобой опять хороший... А, теперь ты здесь живешь, ладно. Как твои исследования? У меня есть новая теория! Алхимическая сенсация! Понимаешь, дорогой мой ведьмак, все, что окружает нас, состоит из крохотных частиц. Настолько крохотных, что мы их не видим. Угу. Эти частицы находятся в постоянном движении. Они взаимодействуют друг с другом. Я пока не могу подтвердить это эмпирически, но только пока. Должен быть какой-то способ. Расскажешь мне об этом в другой раз. Да. Да. Че это? Красная лента. Интересно, интересно, интересно. Верно, как отрик. А, точно, мне же к друидам теперь нужно сходить. Вот это, кстати, я. Сука.
если я это уже читал, я, блядь, пиздец. Все. Да? Подожди, у меня есть автосохранение, подожди. Удачи. У меня есть автосохранение, что вернуть тебе деньги. Не-не-не-не-не, не то, не то нажимаешь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ой, блядь. Ладно. Пусть будет, ладно. Так, давайте, во-первых, сохранимся, потому что так надо. Ладно, 500. Может, Рубеда лучше? Да, я тебе продам тогда твое говно. Да? Хотя бы за половину цены верну. Отдай. Ты, сука. Не интересует тебя. Ну, возьми и забери, блядь. Два. Четыре. Ну, 40 монет. Я не верну, конечно, себе все это. Ну, ладно. Что? Блин, этот звук. Здесь останусь. Не, все, это вот это мне нравится. Только в этой башне этот есть, но ничего. Надо было, кстати, сохраниться до того. Ладно, книжек стоит. Вот как понять, какие книжки я уже читал, а какие мне стоит еще прочитать. Где этот монстр? Как понять? Почему нет пометочки или нет? Нет. Ладно. Как же их много стало, этих монстров. Это что за фигня? Очень интересно, но мне нужно сюда. Куда? Я бы, конечно, попробовал с ними подраться, но не сейчас. Сейчас это мне не особо важно. Утопец, привет. И пока вместе с этим. Ой, здесь же теперь эти разгуливают, да, большие эти. Посматривать надо теперь. Так, ты куда пошел на дно-то, я не понял. Что это? Ну ладно. Я думал, там какие-то волны, там какие-то особенные. Но нет, это обычная. Обычная тень. Да. Друиды и эльфы теперь вместе все, да? Иерофант отсутствует. Понял. Он ушел искать новых кандидатов для круга друидов. Ты в этом уверен? Подожди, еще раз можешь повторить? Иерофант отсутствует. Он ушел искать новых кандидатов для круга друидов. Ну, да. Добро пожаловать, странник. Приветствую. Неужели мои старые глаза сыграли со мной злую шутку? Это Геральт, знаменитый белый волк? Он самый. Откуда ты меня знаешь? Я много о тебе слышал от нашего общего друга Мышовура. Я потерял память и не помню никого по имени Мышовур. Возможно, я смогу тебе помочь, если бы ты остался тут на несколько лет. Ну, конечно. К сожалению, меня ждут важные дела. Но я бы хотел поговорить с тобой кое о чем. Да, белый волк. Так... Что? Я познакомился с женщиной. Ее зовут Кармен. Ее возлюбленный по ночам превращается в волка.
Она хочет спасти его от этого заклятия. Ты ведьмак. Ты должен знать, как справиться с ликантропией. Разве нет? Когда-то я, может, и знал, что делать в таких случаях. Но теперь я ничего не помню. Конечно. Моя память уже тоже не так остра, как раньше. Я знаю несколько средств от ликантропии, хотя сам я их еще не испытывал. Я думал о магических средствах. Может быть, есть какой-нибудь эликсир? Я не знаю, как приготовить такой эликсир. Тебе стоит спросить опытного алхимика, если появится такая возможность. Но я читал, что в таких случаях может помочь рубашка из собачьей петрушки. Рубашка из собачьей петрушки? Кого? Да, была какая-то история про близнецов, которые превратились в лебедей или в уток, я точно не помню. Собери 5 листьев собачьей петрушки и скажи мисс Кармен, пусть сошьет из них рубашку. А потом она должна будет заставить своего любимого носить эту рубаху всю ночь. Благодарю за совет. Есть еще народные средства. Глупо, конечно, рассказывать об этом профессионалу, но честность требует, чтобы я это сделал. Говорят, что настоящая любовь может превратить зверя в человека. Настоящая, искренняя любовь. Я запомню это. Запомни одно. Ликантропия – болезнь, которая меняет не только внешний облик человека. Прежде чем пытаться снять такое проклятие, ты должен удостовериться, что в душе оборотень все еще является человеком. Почему? В противном случае он продолжит убивать даже после исцеления и до конца своих дней останется всего лишь чудовищем. Понятно. Я постараюсь выяснить, кем на самом деле является этот оборотень. Да, белый волк. У нас есть общие друзья? Можно и так сказать. Мне рассказал о тебе мой бывший партнер по покеру Мышовур. К сожалению, мы давно не виделись. Я люблю играть. Может, как-нибудь сыграем с тобой? Возвращайся, когда наберешься опыта. Узнаешь, что такое настоящий покер? Да, белый волк? Там что-то еще осталось. Что да? Ты думаешь о Скоэтаэлях? Политические конфликты меня не интересуют. Мы переживем все волнения, мы не представляем ни для кого угрозы, и у нас нет тех богатств, которые так нужны королям и императорам. А еще они знают, что нам не нужна их власть. Им может не понравиться, что вы укрываете белок. Мы помогаем всем, кому нужна помощь. Людям и нелюдям. Если только они уважают наши традиции. Эльфы, дети лесов, уважают и понимают природу. А люди нет? Увы, не все. Реки около больших городов отравлены отходами. Люди вырубают древние леса. Животные, которые еще несколько десятков лет назад водились здесь в изобилии, вымирают. Понятно. Да, белый волк? Ну, все, пока, либо тогда. До встречи. Погнали к алхимику. Ну да, конечно. Давай, удиви меня. Понимаю. Кого мы продолжаем? Игра вылететь захотела опять и сохранился. Поговорил по пути, поговорил, успел с дриадой. Или с кем? Да, с дриадой, с друидами. Со всеми поговорил. Просто со всеми, с кем смог, поговорил. Сохранился, самое важное. Новые растения я знаю теперь. Собачья петрушка, кстати. Только где ее искать, никто мне не сказал. Волчий глаз, эти... Вот эти, как их, цветочки... А, подожди, а какие цветы мне сейчас не давали пройти тогда? Значит, я не нажал, да. Ладно, хорошо.
Я просто, значит, не нажимал W. Потому что в какой-то момент мне даже не давали пройти цветы. Так, деньги я вернул свои, 500 оренов. Я вернул свои, конечно же, да. Так, три способа, ну да. Пристань. Я не хочу возвращаться на пристань, чтобы тэпнуться... А, подожди, или она будет на пристани? А, ну без разницы. Так. Или она уехала, подожди. Ладно, давайте вернемся на пристань. Это будет, конечно, очень долго. С мечом он бегает намного быстрее, резвее. И... Он становится намного дерзче с мечом и просто бежит на траву. Давай, подходи. Ладно. Умный волк, сука. О, собачья петрушка, привет. И сколько мне нужно собрать собачьи петрушки? Храмовый квартал, то есть все, значит, я сюда. Я, значит, возвращаюсь сюда, значит, так. Через Клинкенштейна будет намного быстрее, это... А, подожди, здесь даже место сил... Подожди, а почему здесь место сил только одно теперь? Храм... Литэла, че... А, сейчас... А подожди, а почему? Ладно. Я ничего не видел... Давайте не будем обращать на это внимание. Я не знаю, как по мне попали, но по мне попали. Своими маленькими, очень острыми ручонками. Показалось мне, там человек стоял. Типа, хватит. Из-за того, что их стало слишком много. Мне неудобно бегать стало по болоту, но можно сделать, значит, они это сделали для того, чтобы я быстрее качал себе левел. Конечно, спасибо, но не надо так делать. Давай, подходи. Подожди, что это было это как знак? Или ты что-то делаешь? Ты же... Я помню, какой-то знак делает так, чтобы я мог управлять этим. То есть, я не поменялся в мою сторону. Давали на мою сторону. А, это значит ловушка. Я вас понял. Хорошо. Надо будет потом эту ловушку опробовать. Но не сейчас. Сейчас самое важное. Портал. Ладно. Так, храмовый квартал. Храмовый квартал же у нас у Клинкенштейна же дома, да, вроде, да? Да. Как Клинкенштейн вообще дошел до отсюда? Стой! Нет, Клинкенштейн, верни меня к себе! К болотной башне. Точно, я вспомнил, что нужно сделать сейчас. Где? Да. А. Ну, удачи. Удачи, да. Удачи. Лабораторию Клинкенштейна. Говорим с Кармен, вроде ее Кармен звали, да? Говорим с ней, она говорит, кто этот человек. Ну, не повезло человеку. О, молот не чудовище, это мне пригодится, я думаю. Читаем. Нет, не пригодится. А теперь в таверну. Срочно. Прямо насколько возможно, это срочно иди. Он поставил свечку. Он
поставил здесь свечку. Представляете, он возле выхода поставил свечку, чтобы было светло. Или свечка не спавнилась. Я всю игру играл без свечки. Ну, то есть всю вторую главу я играл без свечки, которая должна была поспавниться сразу. Интересно. Так, мне как раз возле таверны она как раз, кстати. Это... Я возле... Да! Горло. Да хватит. Сука. Так. Напротив таверны. А, ну она здесь обычно всегда стояла, так что... Привет. Иерофант раскрыл мне тайну лечения от ликантропии. Но мне нужно знать имя твоего возлюбленного. Нет уж, ведьмак. Я не расскажу тебе о моем мужчине. Пусть лучше остается оборотнем. Будем надеяться, твоя верность не станет ему приговором. Не мань, дурочка. Черт, какой уродец. Так, надо найти. Ну, найдем нового персонажа, найдем и оборотня. Какого-нибудь нового зеленого персонажа, с которым можно будет разговаривать. Нет. Собака точно нет. Ну, блин, собака превращается в оборотня. Интересно. Черт! Так, мне, пожалуйста, скинуть янтарь. Давайте сейчас продадим этому как раз все еще. Желтый метеорит, обновление, гляковки из трех. У меня нету, мне нужен один синий, два красных и еще два желтых. Ну, пригодятся. Спасибо. Ты что, такое алмазное пыль мне не пригодится? Ты тоже мне не пригодишься. Продать. Да, продать. Это пусть будет. Так, все, этот нижний всегда будет у меня свободный. И заодно продадим. Ну блин, и где мне тогда его искать? Карман, ты вообще что ли? Ты хочешь ему помочь или хочешь, чтобы он остался? Так. А. Думаю, Карман. Лена. Ну, это слишком обычное имя. Лена. Ну. Пока. Достаточно. Ну. Ну, в принципе, да, достаточно обычное, но. Типа, здрасте. Леночка, здравствуйте. Елена. Неожиданно знакомо русское имя. Да неожиданность. Городской источник. А, мне же еще нужны эти какие-то... Эти, да, расположить где-то. Давайте заодно расположим какой-то... Как его? Первый датчик. Первый датчик или сенсор? Ты определись, пожалуйста. Теперь тут же находится дантист. Очень интересно. Так. Куда нам дальше? У нас... А, да, я хотел продать. Так, давай сейчас продадим все, которые мне не нравятся, кольца, ожерелье и полезные предметы. Ну, то есть не предметы, а эти драгоценные предметы. Карты. Тогда... Я в курсе. Чего? Проблема в том, что сволоту в любом виде... Так, он сам с собой разговаривает. Ну, ладно, пусть разговаривает. Так, ты же... Нет, не тебе, да? В чём?
Секунду, подожди. Спасибо. Если бы я сейчас не прочитал «Помочь голема», я бы... В чем? Это я точно продам, мне не особо интересно. Ну... А. Подожди. И мне это не нужно. Я еще потом выкуплю тебя. Так, вот к тебе, да? Так, продать? Не, ну блин, почему? Сейчас я, смотрите, я вот сейчас продам, а он будет его в два раза дороже продавать. Ну, ну, почему, зачем? Зачем ты так поступаешь со мной? Я тебе ничего плохого не сделал. Золотое кольцо это вообще за 60, хотя золотое кольцо с сапфиром, по идее, должно само по себе. Печатка с рубином. Это я тебе не продам. Нет, это мое. Что потом выкупать за сколько там? За 300? Не-не-не-не-не. Ну да, за 300 шуточки, да. А, так. Ладно, забудем. Вы ничего не слышали, все хорошо. Так. Ну что ж, на этом тогда закончим. В следующей серии мы продолжим. Почему я могу сюда зайти? Привет. Я не настолько широкий, чтобы ты так отходила, если что. Не надо так. Так, тут у нас что-нибудь есть. Ну, а, пусто. Я, кажется, здесь был, да? Ну ладно, давайте тогда на этом, правда, закончим. И все остальные сенсоры мы в следующей серии, да, поставим. А оборотня придется искать по всей локации. По всем трем локациям. Ну ладно. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей серии и всем пока.